Всем привет! Многие просили меня сделать видео с подсчетом примагемов за первую половину патча 2.8. А еще обязательно вступайте в наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе всех новостей по Геншину. Ссылочка есть в описании. Всем приятного просмотра! Обновление 2.8 выйдет уже завтра. Соответственно, баннеры Клей и Кадзухи продлятся с 13 июля по вечер 2 августа. На выполнение ежедневных заданий, начиная с 13 июля, есть ровно 21 день, а это 1260 примагемов. До 2 августа бездна успеет обновиться ровно 2 раза, 16 июля и 1 августа, а это до 1200 гемов, в зависимости от прохождения. Главное событие летнего Одиссея принесет 1680 камней истока. Также 360 примагемов можно получить в событии со скином Фишель. И еще 360 в событии со скином Делюка. Задание Кадзухи и встреча с Хейза – 120 камней истока. Сундуки архипелага Золотого Яблока – около 500 примагемов. Плюс там еще будет много всего интересного, так что в сумме, вероятно, получится намного больше 500. Компенсация за технические работы добавит 600 камней истока. Пробные забеги Клей и Кадзухи – еще 40 гемов. Обновление магазина Паймон 1 августа. Плюс 5 ивентовых и 5 стандартных круток. Итого всего получается 6120 примагемов. Плюс 5 ивентовых и 5 стандартных круток. Это равняется 43 переплетающимся судьбам. Напишите в комментариях, на кого будете копить эти крутки. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!